Платить ли приезжим многодетным семьям жилищные пособия? Югорчанам предложили принять участие в онлайн-голосовании. Вопрос всего один. Необходимо ли снизить так называемый ценз оседлости? С инициативой поменять одно из основных условий программы развития жилищной сферы накануне выступили сургутские многодетные семьи. По условиям участия заявители должны прожить на территории округа не менее 15 лет. Это позволяет им компенсировать часть процентной ставки по ипотеке за счет средств бюджета Югры. Сургутяне предложили снизить ценз оседлости с 15 до 6 лет. Теперь решения будут принимать всем округам. На сайте «Открытый регион Югра» уже стартовало голосование. За первый день голосования свое мнение высказали полсотни жителей округа. 70% из них против снижения ценза оседлости. Опрос продлится месяц, после чего последует обсуждение этой инициативы в городах.